Давай, повеселей. Недаром обо мне везде твердит молва, что я веселая и бодрая вдова. Когда хотела душу дьяволу продать, влюбился и начал даром помогать. Чтобы актрисе был на сцену путь открыт, открыл он ей бессрочной внешности кредит. И с каждым новым браком это тело со смертью мужа моментально молодело. Мой первый муж был русский князь. Он жил все время веселясь и часто ездил по цыганам. Скрывался он от всяких дел и мне до смерти надоел. Не доверяй таким, как он, дворянам. Пока он пил там состояние, спустил 4 состояния и тихо умер от цирроза. Но вот и все, и вся любовь, и розы. Он всю мне душу изместил. Спасибо вам, что помогли, мессир. Супруг второй был капитан из Лиссабона. Допрашивал меня он каждый вечер. Молилась ли ты на ночь Дездемона? И со слезами падал мне на плечи и начинал в объятиях душить. Во мне не чаял он души, увы, мне и, конечно, ах, я до сих пор в огромных синяках. За контрабандой он уплыл в морскую даль и сгинул в неизвестности, а жаль, такой красивый был на нем мундир. И эта пенковая трубка, но эти страсти, это мясорубка. Спасибо вам, что помогли, мессир. Я уверилась, что все мужчины зло, но в 23-м браке крупно повезло. Муж называл меня цыпленок Клеопатра. Работал простым директором театра. И мастерски умел, как 5 и 5, из вдохновения прибыль извлекать, галерки слезы и портера смех. Он превращал в финансовый успех. Но вдруг удар, спектакль постиг провал. Муж с горя контрмарки взорвал, с ружьем из Бутафорской возвратился. Меня поцеловал и застрелился. Труп за кулисой, можно не вставать. И не снимайте головных уборов, спешу хозяйство принимать. Здесь главное найти актеров. Я написала 200 объявлений и с нетерпением жду их появлений. Я написала 200 объявлений и с нетерпением жду.